Детский сад «Сказка» города Муравленко продолжает налаживать дружественные связи с коллегами из Волновахи. Наши педагоги с удовольствием делятся своими методическими материалами и образовательными программами с детсадом «Теремок» из Волновахского района. В этот раз муравленковские воспитатели в формате интерактивной викторины «Своя игра» познакомили коллег с федеральными образовательными стандартами и программами. Были вопросы по действующим нормам СанПин. Полученные в ходе игры знания помогут побратимам быстрее адаптироваться к российской системе образования. Наши друзья, они только начинают эти нормативные документы, и чтобы им было легче понять, как они ориентируются в этих документах, как они их могут потом использовать. То есть они соберутся, проиграют эту игру, обсудят результаты, и если у них будут какие-то вопросы или какие-то проблемы, то мы с удовольствием подключимся и поможем им.